Да это же логово разработчиков игр. Здесь полно талантов, кокоса и морих... Ты что, очумел, что ли, прямо здесь дуешь? Вот сейчас как возьму и сломаю тебе комп. Ну и как оно тебе, а? Вот черт, похоже, я сломал комп не у того чувака. Эй, малыш, ты что попутал? Ты же не за клавиатурой. Пожалуй, я сломаю тебе руки. Вы здесь у меня сейчас за все огребете. Где баги в играх? Где упоротые диалоги? Вы что, от зависимости здесь все вылечились? Что, баги имитируешь? Тебя уже это не спасет. Как-то поздно ты за ум взялся. Вот он, настоящий фанат игр. Ему абсолютно наплевать, что в соседней комнате его коллег убивают. Здешний генофон застоялся, и я вношу в него свежую струю. Черт, я про струю-то забыл. Нужно было высказать им свое недовольство прямо на лица. Всегда хотел знать, чем на самом деле занимается служба поддержки. Ну вот, теперь знаю. Что это за будка для пса? Компьютер не работает, сральник. И я не заметил здесь кнопки, которую можно нажать, чтобы поматюгать клиента. Ну что ж, 16 хп и обоссанная пицца. Что же делать? Я лучше умру. А это что мы тут такое делаем? А ну-ка быстро дуло убрал. Здесь только один человек может доставать дуло. Это я. Давай, побежал домой мамочке жаловаться. Быстро. Полицейский как раз кстати. Давай-давай, арестуй его. Он уже тут все стены своими жидкостями измазал. Дьявол, Вин стал зомби. Теперь мне придется всех экстренно увольнять. Как раз кстати, что я не испытываю сострадания к зомби. Ууу, какие дыньки. Как жаль, что твой социальный статус теперь зомби, и мне придется тебя убить. Но дыньки все равно классные. Эй, ты что делаешь? А ну бросай все, пора умирать за своих товарищей. И где твой автомат? А это что тут за две лягушки? А ну-ка спать. Так, где второй котелок? А, вот, все, прощай. Что? Эй, а где ее сраная башка? Куда она пропала? А может вся ее сила в заднице? Вот и этот чувак, стреляющий из пальца и прямо в задницу, тоже так думает. Хотя вся ее сила на самом деле в голове, как бы это странно ни звучало. А я хрен его знает, где ее бестолковка валяется, да и искать мне ее неохота. Бедный чувак, пал жертвой моей лени. Давай, давай сюда, родимая! Но пошла! Во, вот это действительно интересно. Прям плавает. Ты, наверное, этот конькобежец бывший. Эй, ты куда поплыл? Твоя конечная прямо здесь. А вот и кладбище. Кто у нас тут? Грёбаный животный клон. Нашли тоже, где его закопать. Изнасилованный клоун 2. Название звучит как продолжение какого-то низкобюджетного фильма. Наручники какие-то. Странные там. Не знаю, короче. Тренировочный курс доброго самаритянина. Но это мне однозначно не подходит. Ведь я чувак с кувалдой. Мистия голубя. Снова? Не знаю почему, но мне кажется, это нужно снести. Нахоронили тут дерьма всякого, понимаешь? Эй, привет, детка. Не подкинешь мне немножечко мелочи? Что? Я не понимаю твой французский. Ну вот это уже по-нашему. Почти. Ну дай немного мелочи для нуждающихся. Странно, что зомби со мной общаются, а не пытаются сожрать или тупо убить. Мелочи дай. Да понятно, понятно, самой мало. Это ж катана, наконец-то что-то поинтереснее. А не то уже надоело всех битой как жлоб мудохать. Ща как самурай. Вжик. И чё это за херня? Хотела убежать, а ножки-то вон они. Катана это, конечно, круто и все такое, но с этими зомбо-гнилыми тушками совсем ни о чем. Лучше, как обычно, просто бросить гранату. Эффект будет тот же. Ну вот и настало время для симулятора попрошайки. Слушай, дай мелочи, а? Это на доброе дело, надеюсь. Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Думаю, да, хотя толком не знаю, зачем я это делаю. Эй, зонтик, подкинь мелочевки на хлебушек, а? Мне очень жаль. Мне тоже тебя жаль. И поэтому мой правый хук до сих пор не вынес тебе челюсть. Да хватит тебе чесать мою рожу своим сраным зонтом! Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Правильно сделала. Ведь от этого зависела твоя жизнь. Дайте один цент, пожалуйста. А, смотрю, вам здесь не до пустяков. Ну ладно, развлекайтесь. Эй, торговец с пушистыми жопами. Дай мне пару центов. По-хорошему. Вам вообще кто-нибудь может помочь? Извини. Какой же я, блин, вежливый, а? Эй, все равно здесь просто так стоите. Подкиньте немножко деньжат на спасение бедных котиков.
Ну серьезно, неужели вам не жалко маленьких бедных котиков? Что? Не что, а котиков. Дашь мне мелочи, и я больше не буду их на дробовик насаживать. А ну пошли вон отсюда, бесчувственные жадные твари. Давай, греби ходулями. Ну вот как можно быть такими бесчувственными и жадными тварями, а? Не жалко котиков? Так жопу бы свою пожалела. Не было бы на ней так много синяков теперь. Он какой-то странный. Воу, все понял. Эй, не надо мне больше твоих денег. Давай, попробуй прострелить мне задницу, сукин сын. Эй, помогите, бомжа убивают. Ну и где эта гребаная полиция, когда она так нужна? Ай, больно? Ну все, вот и мой выход вроде. Давай, иди сюда, я сейчас тебе ногу по самое колено в жопу затолкаю. А, вообще я добрый. Ух ты, нифига, вся в золоте. Дай доллар сегодня, чтобы получить шанс заработать другой завтра. Если ты понимаешь, о чем я. Хорошо. По-моему, это стоящее воззвание. Как же долго они думают. Терпение не относится к моим лучшим качествам. Так, посмотрим, что здесь есть. Молоко. Сарделька. Это говно? Черт, говно на тарелочке. Наверное, для апокалипсиса это обычная тема. Зато неисчерпаемые пищевые ресурсы. Привет, рыжики. Пицца на столе. Раз, два, три. Оп! И наглость конвертировалась в счастье. О, маленькие пушистые засранцы. Кыс, вонючки. Иди сюда. Вот не знаю, на кой черт я собираю этих дурацких котов. Твою же мать! Ты что наделал? Зверь пушистый. Или тут людоеды живут? Черт. Пора уносить отсюда свою тощую задницу. А не то вдруг их много, и кто-нибудь из них любит жилы. Здорово, парни. Что, тоскуем? Что это за книжка? Ну-ка. Значит, Шерон Спенкс, автор бестселлера «Зверь в моих штанах». Ну, норм название. Она выросла в семье наркоманов-порноактеров. И, похоже, даже не подозревает, что на самом деле она мужик. И еще на фотке трансвестит до кучи. Ладно, ребят, развлекайтесь. Не моя здесь атмосфера, пойду я отсюда. Свою искать. Эй, привет, дружище. Спасибо за просмотр. Оставляй свой комментарий. Если понравилось видео, ставь лайк. А если хочешь продолжение, то подписывайся на канал. А это был Postal 2 Потерянный рай. А у микрофона, как всегда, Дедуген. Поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!